Советские истребители МиГ-31 после модернизации превратились в грозное современное оружие, способное уничтожать гиперзвуковые ракеты противника. Китайские эксперты рассказали в статье на портале Саха об особенностях ветерана российской военной авиации, истребителей МиГ-31. Федеральное агентство новостей перевело статью об этом для русскоязычной аудитории. Истребитель МиГ-31 был принят на вооружение ВВС СССР ровно 40 лет назад, но после ряда модернизаций не только остается в строю, но и способен выполнять задачи в условиях современного боя, оставаясь грозным оружием. Самолет способен развивать скорость в 2,83 Маха и забираться на высоту в 24 километра. Истребитель с такими выдающимися данными было глупо бы отправить в утиль, поэтому российские конструкторы провели его глубокую модернизацию, получив несколько современных модификаций. МиГ-31 стал воздушной платформой для гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Другая модель, наоборот, предназначена для уничтожения гиперзвуковых ракет. Речь идет о МиГ-31, вооруженном ракетами Р-37, способных развивать скорость до 6 махов. Радиус действия этих ракет 300 километров. Уникальными назвали китайские эксперты РЛС и систему управления огнем МиГ-31, с помощью которых второй пилот может одновременно отслеживать 24 цели на расстоянии до 320 километров и атаковать одновременно 10 целей на расстоянии до 280 километров. В Саха подчеркнули, что по этим параметрам у российского самолета нет конкурентов.